следующий кусочек этой статьи, «Числа Каталана», был вписан не потому, что он особенно нужен для этой статьи, а потому что незадолго до этого в «Кванте» была моя статья про числа Каталана, и захотелось объяснить, что в комбинаторике очень многие вещи тесно связаны, особенно если вот такая вот красивая комбинаторика, то многие интересные вещи там сразу возникают. Я сейчас сделаю следующее. Напомню, что такое бесконфликтная последовательность, да? И мы увидим, где среди этих самых бесконфликтных последовательностей возникают числа Каталана. Давайте сделаем так. Вот у меня здесь на самом деле все написано, да? Как помните, количество бесконфликтных последовательностей вычислялось вот так, а именно мы считали n плюс 1 в степени n делить на n плюс 1, и это получалось n плюс 1 в n минус 1 степени. Отлично. И шла речь о числах а1 и так далее, ан, да? Давайте вспомним о каких. Для любого числа k чисел от единицы до k в этой последовательности должно быть не более чем k. А сейчас мы сделаем по-другому. Первое. Мы возьмем и эту последовательность сонумеруем. Пусть у меня будут числа а первое, а второе и так далее, а и нормально. И я задаю такой вопрос. Сколько в принципе существует наборов натуральных чисел, которые удовлетворяют вот такому условию? Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Я сейчас ничего уже не говорю про то, конфликтная эта последовательность или бесконфликтная. Просто вот такой вопрос. Сколько штук? Сколько, в принципе, можно написать таких последовательностей, чтобы они шли не убывая, и при этом первое число не меньше единицы, а последнее число было бы не больше, чем n. Ответ очень простой. Давайте вместо последовательности а1 и так далее, ан, рассмотрим новую последовательность. А именно, к каждому из чисел а добавим его номер. В таком случае мы сюда добавили единицу, а сюда добавили двойку. И поэтому знак неравенства у нас превратится из нестрогого в строгий. Замечательно, мы добавили номер, поэтому здесь уже будет меньше или равно чем 2n. А здесь будет больше или равно чем 2. И ответ следующий. Я должен выбрать n чисел между числом 2n и числом 2. То есть это называется число сочетаний из 2n минус 1, потому что единицу нельзя выбирать, по n. Вот такое вот число. Единственное, ребята, я немножко в паре энтузиазма взял неправильное число. Как вы помните, для того, чтобы получить вот эту штуку, у нас при подсчете бесконфликтных последовательностей добавлялся еще номер 0. Помните, там была гениальная идея? Откуда брался n плюс 1? Потому что добавляли еще номер 0. И, соответственно, когда вы подсчитывали бесконфликтные последовательности, то добавляли номер 0. Значит, я здесь написал неправильно. Меня интересовали не эти последовательности, меня интересовали последовательности, которые могут содержать в себе нули. Соответственно, когда мы прибавили единичку к а1, здесь будет от единицы. И значит, число сочетаний будет вовсе не такое, как я написал, а число сочетаний будет из 2n по n. Это на самом деле то, что мне нужно, потому что если меня интересуют не просто такие последовательности, а бесконфликтные такие последовательности, то
что я на самом деле должен сделать, каким условиям должна быть в дворе последовательность чисел, чтобы она была без конфликта. Я это выписывал уже. Если у меня есть числа, вот такое число от 1 до n, то чисел, расположенных от 1 до k, должно быть не более чем k штук. Давайте поймем, что это на самом деле такое. В виде какого неравенства я это на самом деле должен записать? Да очень просто. Я должен написать, что... Ну, давайте вот это надо по-прежнему написать, да? А1, А2 и так далее. Все замечательно. АН плюс первое, АН, да? Вот. Но, смотрите. Если на первый k мест становится не больше, чем k машин, значит, например, an должно быть больше или равно, чем n. Потому что иначе у меня n машин будут хотеть встать на первое минус одно место. А n минус первое должно быть не меньше, чем n минус один. И так далее. Ребята, вообще, любая машина аката. Например, А1 должно быть больше или равно единице. То есть каждое из этих чисел должно быть не меньше, чем его ноль. Кстати, подумайте, посмотрите и поймете, что это действительно так. Давайте я для определенности, скажем, для числа n равно 3, выпишу всевозможные такие последовательности. Значит, итак, А1 не меньше единицы. А второе не меньше двойки, а третье не меньше тройки. 1, 2, 3. Что еще бывает? Бывает 1, 3, 3. Бывает 2, 2, 3. 2, 3, 3. И 3, 3, 3. Вот они, 5 последовательностей. Согласны? Они все удовлетворяют такого неравенства, для этого внутри. Между прочим, третье число. Соответствующее драматическое каталана это действительно 5. Так, ну давайте, n равно 2. Это совсем просто. Это будет 1, 2 и 2, 2. Хорошо. И давайте я все-таки рискну для 4. Если сейчас получится ответ 14, то это точно будет число каталана. Потому что, как помните, числа каталана не такие. 1, 1, 2, 5, 14, 42, 129, 4. Что у нас бывает? Во-первых, бывает 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 4. 1, 3, 3, 4. 1, 3, 4, 4. 1, 4, 4, 4. Теперь 2, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 4, 4, недолго осталось, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, и все четверки. Подсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это перебор, должно быть 14. Они же у меня не убывающие. Поэтому из этих написанных 17 я на самом деле должен убрать вот эту. 3, 2, 4, 4. Это уже одна знаковая. 2, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4, она на... Она хорошая. Вот эту надо убрать. И еще и выше. Через одну. И три штуки я убрал. Остальные, правильно? Да. Ну, вроде да. Так, вроде да. Да, все 14. Ребята, вообще-то я не доказал, что я считал каталана. Это сейчас надо будет сделать. Но когда получаешь там 2, 5, 14, конечно, уже есть... что называется, уверенность в том, что это действительно число каталана. А перед тем, как доказывать, что это число каталана, давайте я коротенько объясню, каким образом из того, что я сказал,
получается явная формула для числа Каталана. Вот если я буду знать, что это уже число Каталана, смотрите, я посчитал, что их сочетание из 2НП, я посчитал. Это всевозможных вот таких вот последовательностей, не убывающих от нуля до N. А теперь вспоминаем, ребята, в каком случае последовательность бесконфликтная, если она вот такая. Если функция f равна нулю, а вообще-то мы уже говорили тогда про окружность, про вот эту вот перенумерацию, что ровно одна n плюс первая часть дает нам бесконфликтное очередь. Значит, чтобы получить форму недочисленных Каталана, нужно всего лишь вот это вот число разделить на n плюс 1. Если помните, что сочетание это 2n факториал разделить на n факториал, еще n факториал. Когда вы делите на n плюс 1, вы получаете здесь n плюс 1. Ребята, а это действительно та самая известная формула для числа Каталана. 2n факториал делим на n факториал и на n плюс 1 факториал. Ну, можете посчитать, для небольших n действительно получится те самые численные числа.